Вот вас людей много, и вот тут вот, вот вместо вот этой стены как раз стоит вот такой вот целый ряд вот этих провокаторов, настоящих провокаторов. Вот они выстроились в ряд, сплотились так крепко и хотят вас как-то унизить, оскорбить, я не знаю, оградить вас от того, чтобы вы свободно не передвигались. И вот они вот так вот стоят, или же они вот этой стеной встали и не впускают вас, например, уйти домой, или же они вот этой всей стеной двигаются на вас, чтобы вас как-то вытолкать, в пропасть столкнуть. Поэтому, естественно, нужно как-то от них защищаться. Ни в коем случае не сопротивляйтесь физически таким образом, чтобы бить их как-то. Нет. Чтобы противостоять вот этой вот движущей стене или вот этой стене, которая вас ограничивает, как вариант, просто как вариант, вот подумайте, представьте, может быть, найдется кто-нибудь, кто более крепкий, большой, сильный человек, встанет ближе вот к этой самой стене из людей-провокаторов и поднимет руки, заявив о том, что ничего плохого он не намерен делать. Больше ничего не надо делать. А те, кто, естественно, поменьше, и все остальные, которые находятся внутри, за живым ограждением из провокаторов, естественно, могут уже непосредственно на них не влиять, но своего товарища, своего соратника могут как-то и придержать, упереться в него или там подтолкнуть, если нужно, пробежать, выбежать, идти домой. Таким образом, исключается прямое воздействие на провокаторов. Еще представим такую ситуацию. Вот мы гуляем, нас много, мы на улице, и тут, значит, побежали со всех сторон разные провокаторы и бегут ко мне, и хотят меня, значит, повязать как-то, задушить, придушить, заломать мне руки, ноги и отнести куда-нибудь там в свои угодья. Так вот, чтобы этого не получилось, любой, кто находится рядышком, может помочь этому противостоять. Вот я стою с распростертыми объятиями, и меня тянут там по обеим рукам, и тут же другой человек подходит и обнимает меня, не нападавших, не отталкивает нападавших, не бьет нападавших, не проявляет к ним какой-то агрессии, а меня обнимает. И таким образом ему же будет гораздо тяжелее меня вырвать. У них получается, допустим, приходит у них подмога из провокаторов. Ну и с нашей стороны, из других людей, которые видят, что ваших соратников, сограждан издеваются, бьют, вяжут. Вы тоже можете подбежать, естественно, и обнять одного, второго, третьего. И таким образом очень трудно будет вот этим самым провокаторам забрать даже одного человека. Будьте внимательны, смотрите по сторонам, защищайте друг друга, любите друг друга. Так, чтобы эти провокаторы не причинили никому зла. Когда NWA исполняли «Fuck the Police», они произносили это не из злого умысла. Это выражало их глубокое разочарование. Вот что значит послать нахуй полицию. Такая сила у этих слов. Лично я оскорблен. Когда кто-то говорит «нахуй полицию», это будто у меня нет другого выхода. Так, я оказываюсь в этом положении, у меня не было выбора.